Задержание и избиение прямо на улицах. Традиционная воскресная акция протеста в Беларуси закончилась силовым разгоном. Очевидцы говорят о применении людьми в масках, светошумовых гранат и огнестрельного оружия. В правозащитном центре «Весна» сообщают о почти 800 задержанных. Кошмар, божечки ты мой. Быстрее! О, вот видишь, бьет, да. Бьет. Боже мой, какие-то.